В последний день личных соревнований чемпионата Европы по фехтованию сильнейшего выявляли саблисты и шпажистки. В женском разряде бронзу завоевала москвичка Юлия Личагина, победившая на пути к медали Дарью Мартынюк и Алену Комарову. Золотую награду же завоевала полька Мартина Сватовска. Это первая победа в моей карьере. Я думаю, это хороший старт для будущих успехов. У мужчин сильнейшим стал Франческо Дармиенто. Интересно, что итальянец прошел в финал благодаря красной карточке, показанной в полуфинале при счете 14-14 Юлианы Теодосио. Это был, как говорят, lucky touch. Но это спорт, это фехтование, и в этот раз мне повезло. 24 апреля начнутся командные соревнования. Трансляцию финалов смотрите в 14:00 на канале Русфенсинг ТВ.